И снова здравствуйте, дорогие друзья, любители компьютерных игр. Мы продолжаем проходить Far Cry 3. В прошлой серии мы завоевали этот замечательный аванпост, на мой взгляд. Здесь у нас кто-то рыбками увлекался даже. Давайте почитаем, здесь есть ноутбук с очередной картой памяти. А марихуане давайте почитаем, о нашей любимой родной марихуане. Сведения приобретены у садоводов из Британской Колумбии и Канады. Детально описана технология выращивания марихуаны, советы по работе в теплицах и на открытом воздухе, а также методы обработки крупных партий листьев. Эти техники превосходят наши и должны быть внедрены незамедлительно. Рынки сбыта такие, как Россия, Западная Европа и Америка, имеют практически бездонный потенциал распространения этого продукта. Ну да, самый распространенный, наверное, наркотик. Хотя некоторые его наркотиком не считают, да? Так, а здесь у нас есть охота. Даже два объявления об охоте. Давайте посмотрим. Чучельнику нужна туша редкого крокодила альбиноса. Убейте его с помощью мачете. Хорошо. Проверь доску объявлений. Как мне нравится это задание. Крокодил, да еще и альбинос. У тебя есть пули. Нечего бояться. Так, 300 метров. Надо было взять тачку. С крокодилами у нас давняя война. С помощью мачете, да? То есть он должен как-то на меня напасть, наверное, да? А иначе как я его убью с помощью мачете? Либо я должен его каким-то образом обнаружить. А, вот он. А, это не он. Вон мачете. Фу, я думал, что-то там светится под водой. Так, ну у меня есть мачете. Блять, я боюсь туда плыть, честно вам скажу. Крокодил, да еще и альбинос. Надо как можно короткий путь выбрать. А, где-то здесь у нас, да? Мы здесь были в прошлой серии. Вот он крокодил, вот он альбинос. Он альбинос или не альбинос? Как, я могу на него прыгнуть? Не, по-моему, не альбинос, по-моему, обычная тварь какая-то. Я его даже пометить не могу. Ладно, надо запомнить, что он где-то здесь. Вот он еще один. Да, вроде тоже зеленый. Вот он, беленький. Да? Ну, по сравнению с этим, он же беленький. Сейчас, подожди, крокодильчик. Сейчас все будет. Так, и что, мне на него прыгать, что ли? Или к нему нырять? Я же не сумасшедший идиот. Хотя я сумасшедший идиот. О,
не та кнопка, не та. Сука, сожрал меня крокодил-альбинос. Я почему-то вместо... Ты смотри, здесь можно на лодочке. Почему в прошлый раз ее не было? Я вместо Ctrl начал долбить почему-то пробел. Да, но на лодочке здесь все равно не проплывешь. Или проплывешь? Я наехал на крокодила. Он умер? Не хочу проверять, если честно. Редкое животное необходимо убить. Я понимаю, здесь очень неудобно на лодке. Так, где наш белый крокодиляу? Сейчас надо сосредоточиться на том, какую кнопку тебе показывают. Вот он. Красавец. Белый крокодил. Крокодил-альбинос, по-моему, его просто кто-то выдумал. Хотя нет, в справочнике написано, что они существуют. Думаю, они редко встречаются, реже, чем китайцы на платных телеканалах. И нам нужна твоя шкурка. Что-нибудь из нее можем сделать? Или так? По-моему, просто так, да? У нас уже, по-моему, все по максимуму прокачано из вещей. Остальные крокодилы не сдохли? Нет, вон он сидит. Теперь сдох. Я уверен, там еще где-нибудь есть крокодилы. Этого я раздавил, по-моему, лодкой. Ну ладно, черт бы с ним. Так, и думаю, вернемся. Там у нас еще одна охота. Давайте вернемся. А тут еще какое-то задание. Подожди, доставка на дом. Откуда у нас столько денег? Так, быстрая продажа. Окей. Подожди, мне нужны карты. Карты. Не то. Карты. Клады Терстон. 1500. Не хватит. Вещи. Док на брейкпоинте. Хватит. Остались 3 карты по 1500. Замечательно. За кадром буду собирать. Покерочек резались. Торговцу нужны 2 медвежьи шкуры. Без дыр от пуль и без подпалин. Выследите медведей и убейте их предоставленным мачете. Мачете? Да вы охренели, что ли? Как можно медведя завалить мачете? Ёпа вашу мать, вы конченые. Я конченый, зачем я подписался на это дело? Может быть, как-то сверху я могу на них прыгнуть? Не-не-не-не-не! Думал, застряну сейчас. Так, а мы же здесь были тоже, да? Или мы не здесь были? Да?
вроде как здесь. Вроде как не здесь. Может быть, место очень похожее. Так, ладно, ну мачете у меня есть, так что этот мы трогать не будем. До отсюда, кстати, можно добраться вон с той точки. Но когда есть костюм крыло, оно нафиг не надо, эти тросы. Мишки. Вот он. Один. Ну, видимо, да, я был прав. Надо как-то его сверху. Так, подожди пока, Мишаня. Ну ладно, хрен с ним, с этим сокровищем. Я вроде карты понакупил, поэтому. А вот второй. Главное, без дыр от пуль, да, а если дырка будет от мачете, это ничего, это нормально, да? И вот как мне его убить сверху? Да это практически нереально. Можешь спрыгнуть на него с костюмом крылом. Но я не уверен, что... Что делать-то? Они меня просто сейчас сожрут и все. Блять. Я съехал. Придурок. Я зашел в их логово. Наглым образом. Так, ну не знаю, давайте резать. Черт бы с ним. Резать, а потом валить. Так, одного зарезал. Надо валить. Они же еще чувствуют, да, когда к ним подкрадываешься. Но пока он встанет на лапы, есть шанс. Есть, нормально. Охота с мачете на медведя. 500 баксов дали. Больше ссал, да, чем проблем здесь. Бедные мишки, да? Хотели поужинать при свечах сегодня, рыбки покушать. А тут пришел Джейсон Броди и всех перерезал жестоким образом. Так, так, так. Мы, кстати, находимся где-то недалеко от этого задания, доставка на дом. Я думаю, давайте тоже его пройдем. Попробуем уместить все в одну серию, но я, конечно, не обещаю. В основном только потому, что... Ух, топир напугал меня. Потому что оно рядышком находится. Ну, относительно рядышком. Черт, мост кончается где-то здесь. Там начинается речка и, думаю, крокодилы. Ну, смотри, можно проехать. Значит, можно пройти. А что будет, если в наглую прилепить к их машине С4?
Ну, наверное, разработчики это предусмотрели, да, и когда ты только попытаешься прикрепить C4, сразу же начнется паника. Блин, там как-то круто. Не заберусь, наверное. Забрался, смотри. Ну чё? Поскорее бы домой. Эй, я тебя знаю. Видел, как ты взъебал пиратов, мой друг? Очень впечатляющий. Ты мне пригодишься. Правда? Я серьезно. Посмотри в мои глаза. Не моргают? Вот как я серьезен. Да ты косой. Тут некоторые селяне пропали. Исчезли. Испарились. Фух, там пруд есть. Весь такой священный. На дне развалины. Страшные, как оборотни бар-мицва. Селяне там плещутся и причащаются. Правда, трое из них так и не вернулись. Так не купайтесь там. Говорят, ты сюда попал, прыгнув из самолета. А ведь тебя тоже, небось, отговаривали. А? Крыть нечем. Ладно, где этот пруд? Отправляйтесь... нет, не то. Доберитесь до места купания. У нас тоже в городе есть местный водоем, ну то есть искусственный. И сколько людей там потонуло и по пьяни, и хрен знает как. То есть водолазы вытаскивали там. Каждый год вытаскивают 2-3 трупа. Но люди все равно ходят, купаются. Почему-то люди такие уверенные, но я тоже этим грешу, что может случиться, но только не со мной. Хотя, скажет, может случиться. Так, пруд где-то там у нас. Ну, там, видимо, какой-нибудь крокодил, да, опять? Хотя, два крокодила в одной серии – это перебор. Может быть, там что-нибудь мистическое? Так, а вот и пруд. Он прям под нами. Ух ты, золотишко. Не упущу возможности. Деньжата на тумбочке оставили. Как есть же прикол, да, полицейские допрашивают мошенника. Говорит, откуда у вас деньги? Из тумбочки. А как они попадают в тумбочку-то? Ну, я ложу. А вы откуда деньги берете? Из тумбочки. Также и здесь, видимо. Пруд. Давай посмотрим, что здесь за пруд такой. Так, что у меня за оружие-то? Огнемет, снайперка. Хочу вот это. Не-не-не, вот это. Правда, ни хрена не видно. Прицел запотел. Вот, тоже запотел, в принципе. Да это не пруд, это грот какой-то. Так, вот первые купальщики. Что-то музыка такая тревожная, мне аж не по себе. Открывай. Восемьдесят и 120 реликвий уже найдено, осталось всего ничего. 40 штук. Типа я здесь был, да? Мед, пиво пил. Надо возвращаться назад. По
показалось, что я слышу что-то рычание. Наверное, показалось. И чего в этом пруду? Сука, я так и знала. Два крокодила в одной серии. Вернитесь к Стивену, еще и вернуться надо. Ах, смог. Я так и думал, что кто-то на меня выпрыгнет. Я был готов, но все равно, зараза, он меня напугал. Так, Стивен, это у нас на том аж бережку, да, по-моему? Так что зря я на эту сторону перешел. Прикольно, такое местечко мне нравится, да? Вот здесь под сенью деревьев присесть и порыбачить. Разбить небольшой лагерь. Все. Почистил я твой пруд. Это был крокодил, ему конец. Обалдеть. Крокодил, да? Небось, пожрать пришел. Ну, бывает. Что там говорить? Кому сейчас легко? Спасибо. Пожалуйста, деньги давай. 500 бачей. Эй, привет. Ладно, 500 бачей, так 500 бачей. Деньги сейчас нужны. И я думаю, в этой серии еще успеем мы смотаться до этого ванпоста, освободить его. 600 метров. Это за на той стороне горы. Вот этой вот. Хотел бы, конечно, полетать еще на... на костюме крыле. Надеюсь, нам предоставится такая возможность. Давайте заберемся повыше, чтобы лететь можно было подальше. Охренеть, какая красота. О. Зараза, ушел. Да, уже вроде не попасть по нему. Ладно, побережем патроны, возможно, они нам понадобятся сейчас. Полетать-то можно здесь где-нибудь? Ты смотри, где они засели. Да, туда вниз пока спускаться не камильфо, я хочу как-то сверху. Поэтому полетать пока отменяется. Хорошая позиция сверху, кстати. Во всех смыслах. А здесь в частности. Прям рай для снайпера. Так, тигруля нам может помочь. Этого пометить не могу. Ну чё, освобождаем тигрулю. Так-то вроде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 человек. По-моему, здесь все. Никита, Стас, Гена, Турбо и Тюша Метелкин.
Эти друг друга видят все. Выход тигрули. Этот придурок аж сам в клетку забрался. Жри его. Все. Замечательно. И ракьяты, конечно же. Блин, я же прыгнуть хотел с костюмом крылом. А из меня получился какой-то... Блин, тигруля там лазит. Вас не смущает, господа ракьяты? Тебе нужно брать задание с доски. Мы заняли аванпост, но работа еще не закончена. Проверь доску объявлений. Успеется. А на доске объявлений я уже отсюда вижу, что у нас есть какая-то охота и целых два задания. Работа не закончена. Если выполнишь задание из доски объявлений, это очень нам поможет. По охоте за головами. Надеюсь, семья в порядке. Так, там какой-то еще ящик. Здесь же я еще бронированного какого-то грохнул, парня. Что-то трупа нету. Тут было прекрасно. И снова будет. Держу пари в этом контейнере. А, вот в этом. Ну, прям. Прям здесь лежит. Это все я. Халявные боеприпасы. Круто. Так, что у нас здесь? Аптека. Аптека у нас полные карманы. Боезапас пополнять не надо. На 445 баксов. О, можем две карты купить. Кстати, мы можем даже продать еще там у нас шкуры медведей. Да. Раз. Два. Три. Четыре шкуры медведя. Две шкуры тигра. Нам, в принципе, из них делать ничего не надо. И четыре шкуры варанов комодосских. Их еще, по-моему, называют комодосские драконы, да? И карты хочу. Клады Терстон. И клады городок. Осталась всего одна карта у нас, клады док на брейкпоинте. То есть таким образом мы соберем все, что здесь есть в игре. Так, немножко времени на окончание серии осталось. Я думаю, давайте походимся на животных. Комодорские вараны убили кошку одинокого лучника. Используйте предоставленный лук, чтобы отомстить за нее. Месть за кошку. Обожаю кошек, ненавижу комодорских варанов. Ну же, давай. А вот ты где, спрятался. С 50 долларами. Вот туда, наверное, нам надо будет. А у меня же, кстати, еще есть особые стрелы для лука, то есть разрывные. Надо будет как-то ими попользоваться. Думаю, оставим этот лук вместо... Вместо огнемета и... Так, что там было? И будем его использовать. Вараны. Он ползет.
не могу пометить. Видел меня? Просто я тебя пока не увидел. Сдрыснул. Ой, промазал, пардонте. Да что я мажу-то, а? Или попадаю? Зверюга-то, а? Есть. И где-то прячутся еще трое. Мне бы какую-нибудь высотку занять. Слышу, но не вижу. А теперь... О, блядь! За ногу как цепанет. Вот в траве теперь его хрен увидишь. Смотри, бегает как спринтер. Так, очередной сдох. Надо сходить за стрелами. Три стрелы всего лишь нашел. Сдох. Последний остался. Сняшка. Ай, зачем ты лантану берешь? Ой, блядь. Да, погрызли чуток. Комодоски. Смотри, они просто всех сожрали, жителей этого маленького островка. Ну как их после этого не убить, правильно? Причем я в одной из серий, как ты говорил, комодосские вараны отличаются тем, что у них очень ядовитая слюна. То есть она источает не яд, а своеобразная такая... Если, в общем, тебя варан укусит, комодоски, то рана у тебя не зарастет. Ну, то есть, как сказать-то, господи, ау. Когда сосредоточен на игре, не могу толком объяснить. В общем, кровь не свертывается, рана гниет, и по этому запаху варан может тебя выследить там за многие-многие километры. Вот такая вот скотина. Как бы там ни было, давайте на этом очередную серию закончим. Я сегодня планировал сходить исполнить миссию «Мартышкин труд» с Герком, но, как видно, мы не успели. Успеем в следующий, так что, чтобы ее не пропустить, обязательно подпишитесь на канал, комментируйте. Ставьте большой палец вверх. Всем счастливо, всем пока.